Здравствуйте, уважаемые подписчики. Сегодня у нас в гостях Александр, это лицензированный адвокат из Страсбурга. И сегодня мы будем разговаривать о таком типе виз, как визитер. Это виза для долгосрочного пребывания для лиц с финансовой точки состоятельными, скажем так. Александр, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о себе и перейдем к вопросам. Здравствуйте, спасибо большое за приглашение, за возможность рассказать о моей работе и о визе визитер. Я являюсь адвокатом в Страсбурге с 2012 года, занимаюсь, среди прочего, вопросами иммиграционного права, убежища. И если говорить об иммиграционном праве во Франции, наверное, во всяком случае в моей практике, основную долю такой иммиграции занимает именно иммиграция посредством вида на жительство визитер. Поэтому я буду рад ответить на ваши вопросы касательно данного типа вида на жительство. Хорошо. Скажите, пожалуйста, какие основные требования для получения этого вида на жительство? Прежде всего, нужно сказать, что Франция отличается тем, что в отличие от других некоторых стран Евросоюза, она не предоставляет так называемого постоянного вида на жительство, за очень небольшими редкими исключениями. Как правило, все виды на жительство являются временными. 1 год, 2 года, 3 года, 4 года, 5 лет, 10 лет, но они всегда продлеваются. Что касается визы визитер, это наиболее, так сказать, простой тип вида на жительство, который позволяет человеку, который является независимым финансово, жить во Франции и заниматься чем угодно, кроме работы. То есть основной спецификой данного вида на жительство является то, что, обладая им, можно и даже нужно проживать как минимум полгода на территории Франции, можно спокойно передвигаться как по Франции, так и по другим странам Шенгенской зоны. Однако данный вид на жительство не предоставляет право на работу. Именно поэтому он не в полной мере подходит активным людям, молодым людям. На практике это чаще всего все же люди, либо, ну, не обязательно пенсионеры, но люди, которые не имеют необходимости работать или работать постоянно с утра до вечера, то есть они являются финансово независимыми. Среди основных требований, прежде всего, требования финансовые. Нужно показать органам власти Франции, что у вас есть доход в размере как минимум 1200 евро чистыми в месяц на каждый календарный год, на который вы просите данный вид на жительство. Это основное требование. Кроме этого, должно быть жилье, не обязательно в собственности, это может быть съемное жилье. И должен быть, это третье требование основное, должен быть понятный план, для чего все это нужно. То есть вид на жительство визитер не является каким-то прикрытием для чего-то другого, для какой-то другой деятельности на территории Франции. Это именно проживать, изучать язык, изучать культуру и так далее, и так далее. То есть оснований может быть множество, но все они должны быть связаны именно с активной работой на территории Франции. Хорошо, сразу возникает вопрос, а можно ли сменить статус, если человек находится в этом статусе и, предположим, он, ну, ввиду жизнедеятельности нашел работодателя? Безусловно, принцип очень простой. Сменить вид на жительство можно на любом этапе, даже не дожидаясь его окончания. Как только у вас возникают основания, желание получить новый статус, нужно сразу же обратиться в органы префектуры, объяснить о том, что, например, вы нашли работу и хотели бы работать, и в таком случае будет рассмотрена ваша заявка на изменение статуса. Это совершенно классическая процедура, и даже когда вы на сайте префектуры соответствующей берете рандеву, есть специальная рубрика, вы указываете, что это для изменения статуса. То есть изменение статуса – это что-то достаточно рутинное в процессе проживания на территории Франции иностранцев. Ну да, на самом деле все иммигранты, которые вообще планируют переезд, они будут с этим знакомы очень часто, смена статуса, продление, легализация и потом заветное, наверное, получение ПМЖ. Но, как вы сказали, что во Франции нельзя, я вот не знала, я все-таки думала, что легальное пребывание после определенного количества лет дает право получения постоянного вида на жительство. Есть
Есть достаточно схожее понятие, то есть есть так называемая десятилетняя карта. Вот, например, если вы получаете вид на жительство визитер, вы проживаете с ним 1 год, 2 года, 3, 4, 5, и после 5 лет, если все нормально, если у вас нет никаких нарушений закона и так далее, после 5 лет проживания в этом статусе вы можете сразу получить десятилетнюю карту. И специфика этой десятилетней карты является то, что она продлевается в принципе автоматически. То есть, по сути, все сводится к постоянному проживанию, к ПМЖ, но раз в 10 лет администрация хочет вас увидеть. Раз в 10 лет просто меняется карточка, или нужно заново все документы подтверждать, что есть где жить, есть деньги и так далее? Нужно подтверждать, но это подтверждение носит минимальный характер. Нужно подтвердить, что все в силе, что вы по-прежнему где-то проживаете. То есть это все носит достаточно формальный характер. То есть, по большому счету, если нет никакого уголовного наказания за этот период, если нет каких-то грубых, серьезных нарушений общественного порядка, то этот вид на жительство 10 лет не продлевается автоматически. Хорошо, а скажите, пожалуйста, все-таки гражданство по этому статусу можно прийти? Безусловно. Если вы проживаете на территории Франции на основании вида на жительство визитер, он открывает вам абсолютно те же права для получения гражданства, как и любой другой вид на жительство. То есть по общему правилу, если вы проживаете на территории Франции с видом на жительство визитер на протяжении 5 лет, то после этого 5-летнего срока вы можете подавать заявку на получение гражданства. Однако одним из оснований для получения гражданства в принципе является финансовая независимость. Если она уже есть на основании этого вида на жительство, то этого может быть достаточно, но власти могут увидеть в этом недостаточную интеграцию во французское общество, потому что интеграция проходит, как правило, все-таки через более активные формы, например, через работу. Да, но в любом случае все, что связано с государственными органами, любые заявки и прошения, это, как правило, идет на усмотрение органов власти. Безусловно, здесь полное усмотрение органов власти, да. Хорошо, а скажите, пожалуйста, изначально у нас идет процедура через открытие визу D. Можно ли, например, с туристического статуса заехать в страну, например, по туристической визе, например, по французской, выданной французским консульством, и после этого податься вот на этот статус, приложив все документы? Или обязательно нужно по визе D заехать? Смотрите, по общему правилу, если вы планируете получать этот вид на жительство, то, по сути, первый вид на жительство в форме специальной визы «визитер» вы получаете в консульстве. То есть уже консульство на первом этапе рассматривает вашу заявку. И только когда вы приехали во Францию, прошли медицинский осмотр, прожили первый год на основании этой визы, вклеенной в паспорт, после этого уже вы обращаетесь в префектуру для получения пластиковой карты вид на жительство. А первый год вы будете жить, по сути, это тот же вид на жительство, но в форме визы, вклеенной в паспорт. В этом разница. То есть, по общему правилу, все это получается в консульстве соответствующего государства. На практике, вместе с тем, префектуры имеют право предоставить этот вид на жительство лицу, находящемуся на территории Франции, независимо от того, на каком основании он находится, виза, другой вид на жительство. И в таком случае заявитель уплачивает так называемую штрафную визу. То есть это около 350 евро он уплачивает штраф за то, что он не соблюдал вот предусмотренный законом порядок получения этой визы. Надо понимать, что органы власти, конечно же, достаточно скупы в выдаче таких виз на территории уже Франции. Они хотят, чтобы лица, желающие обосноваться во Франции на основании этого вида на жительство, они проходили предусмотренную законом процедуру. Но такой порядок предусмотрен законом, он возможен. Я на практике видел несколько случаев, когда заявители получали вид на жительство визитер, хотя у них не было вот этой визной специфической визы визитер. Да, ну, скорее всего, человек, наверное, должен как-то подтвердить, почему он так делает, как-то обосновать. Безусловно, с этого надо было начать, я об этом не сказал, но это подразумевается. То есть, если просто турист приедет и скажет: вы знаете, я просто не хотел заниматься этим в Москве, скорее всего, ему откажут. То есть, должны быть какие-то, безусловно, уважительные причины. А какая это причина?
причина? Вот, может быть, если турист приехал, вот у меня, например, французская виза 5-летняя, вдруг я захочу приехать во Францию? Ну, сложно предположить. Например, тот случай, который у меня был, человек просто объяснил, что ему совершенно неудобно выезжать на родину, потому что вот он уже здесь и жилье снял, и уже вся семья его здесь на основании других документов, и ему просто совершенно непрактично туда-сюда кататься. В определенных случаях администрация может вам пойти навстречу. Но вот просто классический случай виза, я приехал и хочу вид на жительство, скорее всего, не получится. Да, может быть, еще можно как-то вот с творческой деятельностью связать, например, сказать о том, что вот я, например, блогер, и я сейчас затеял какой-то вот интересный проект, буду снимать Францию, буду кататься по всем городам, вот у меня тут такой маршрут, и мне неудобно куда-то выезжать. Но опять же, все сходится к тому, что... Совершенно верно. То есть, в принципе, это тоже может быть... рассмотрено как уважительное основание. Все зависит от того, как вы это представите органам власти. Хорошо, ну, в принципе, да, интересный такой момент. Еще вот подтверждение финансовой независимости. То есть, например, у человека должна быть уже эта сумма на счету, или он может, например, предоставить какие-то документы, которые будут подтверждать наличие дохода в будущем, например, договор аренды, какие-то брокерские счета, там, акции, еще что-то, да, что вот сейчас у меня есть вот такая сумма, а через там 2-3 месяца у меня будет систематически поступать еще денежные средства. Это может? Это может также быть рассмотрено как достаточное, однако нужно понимать, если вы хотите снизить любые риски с получением такого вида на жительство, лучше, чтобы эти деньги были уже доступны полностью. Вместе с тем, если есть четкое понимание того, что эти деньги будут доступны, я думаю, что органы власти пойдут навстречу. Но это не автоматически, потому что вы говорите, сдается недвижимость, а она завтра может и не сдаваться. То есть власти хотят быть уверенными в том, что если вам предоставляется вид на жительство на год, то вот это 1200, помноженное на 12 месяцев, она должна уже быть доступной. В моей практике я видел только случаи, когда эти деньги были доступны. Хорошо, ну, в принципе, понятно. А еще такой вот момент, что в перечне документов есть то, что, ну, необходимо иметь жилье, соответственно, на этот же период, на год. Но если ты подаешься в посольстве своей страны, довольно-таки проблематично дистанционно снять жилье на год, не зная, дадут тебе визу еще или не дадут. Можно ли не предоставлять документ о месте жительства, аргументировать это тем, что я приеду в отель и в кратчайшие сроки сниму жилье? Совершенно верно. Вместе с тем надо обосновать, что, во-первых, есть какие-то дополнительные финансовые возможности, ну, или не дополнительные, но есть финансовые возможности на то, чтобы снять это жилье, и нужно, возможно, продемонстрировать уже какую-то предварительную переписку с риэлторами или еще с кем-то. На практике, например, можно заключить предварительный договор найма, или агентство недвижимости может выдать такую справку, гарантийное письмо, что мы подтверждаем, что мы уже в контакте с таким лицом, и мы готовы ему сдать жилье при условии, если ему будет выдана соответствующая виза. Да, вот знаете, просто вот все, что касается органов власти, да, вот есть все перечни там на официальном сайте, и вот всегда обычные люди, они воспринимают, что вот есть такой пункт, так и никак иначе, а ведь на самом деле, да, действительно, мы все люди, и мы можем вот как-то варьировать, на что-то ссылаться, предоставлять доказательства, немножко выходить за рамки. Ну и, наверное, для этого и нужна консультация адвоката, который разъяснит именно эти моменты. Абсолютно верно. То есть, конечно же, есть перечень, он стандартный, потому что ситуации более-менее стандартные, но двух одинаковых ситуаций не бывает. И в каждом конкретном случае власти могут пойти навстречу или не пойти в силу каких-то причин. Совершенно верно, я полностью с вами согласен. Да, в силу личной симпатии или даже антипатии. К сожалению, это имеет место быть. Я не думаю, что это должно играть свою роль, потому что администрация, она должна в равной степени и одинаково всех рассматривать как заявителей равноправных. То есть, если у вас есть солидное досье, нет никаких оснований, что вам откажут, потому что кому-то не нравится, как вы выглядите, например.
Просто из опыта бывают люди абсолютно с одинаковыми досье. Один получает положительный результат, другой отрицательный. И начинает складываться мнение, что кто-то просто кому-то не понравился. Но это опять все же догадки. Да? Я сталкивался с такими случаями, но я должен сказать, что опять же два одинаковых досье внешне могут иметь существенные различия внутренние. Почему? Потому что администрация, она же видит это все немножко не так, как мы, обыватели. Она имеет определенное средство проверить те или иные данные, запросить подтверждение и так далее, и так далее. То есть иногда могут быть какие-то внутренние сложности в том или ином досье. Отсюда рекомендация, как вы сказали, работать с профессионалами, потому что именно профессионал может посоветовать вам, как лучше подготовить то или иное досье. Да, и иногда органы власти дают возможность исправить какую-то ошибку, то есть они информируют о том, что у вас не хватает документа, или подтвердите, или мотивируйте, или объясните. И когда, например, всю корреспонденцию получает юрист и своевременно может обработать этот запрос, это намного удобнее, да, чем... Абсолютно верно. Да, получая какое-то письмо от органов власти, глаза там на лоб лезут, что же это такое, что мне делать? Совершенно верно. Ну, в принципе, мне все понятно. Получилось, да, тоже очень продуктивное видео, интересная информация. Спасибо вам большое. Если есть что-то добавить, давайте. Спасибо вам. Я добавил бы, как я все время говорю, что любой вопрос юридический, который кажется простым, в итоге может быть достаточно сложным. Поэтому не экономьте на юристах, не занимайтесь юридическим самолечением. Обратитесь к юристу. Не обязательно ко мне, я не рекламирую мой адвокатский офис, обратитесь к специалистам, которые вам помогут и сэкономят не только ваши деньги, но время и нервы. Да, и также я дополню, если по каким-то причинам вы симпатизируете нашей компании, в частности Александру, вы можете обратиться с заявкой на нашем официальном сайте, который будет указан под этим видео, также по номеру телефона, который будет указан на экране. А мы с вами прощаемся, ждем ваших вопросов. До скорых встреч. До свидания.